того, чтобы связать данный вид ленточного кружева, мы с вами набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид и с самого нашего кончика отсчитываем 1, 2, 3, четвертую петлю, в нее вводим крючок и делаем столбик с одним накидом. Далее снова делаем накид и сюда же, в эту петлю, вводим крючок, делаем еще один столбик с одним накидом. Провязали. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю мы с вами вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Провязали. Далее делаем накид, вводим крючок в самую крайнюю, вот эту последнюю нашу петельку, и делаем столбик с одним накидом. Провязали наш первый ряд. Далее делаем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем наше вязание. Делаем накид и вводим крючок в получившуюся вот эту арку, вот здесь. Делаем 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арку вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот видите, у нас вот эта цепочка образовалась в первом ряду, в самом начале, вот здесь. Мы вводим крючок вот сюда, в самую вот эту крайнюю петельку, вот здесь наверху, перед нашим столбиком, сюда. И просто делаем столбик без накида. Далее разворачиваем наше вязание. И вводим крючок именно в вот эту арку, которая у нас получилась большая, из 5 воздушных петель. Провязываем столбик с одним накидом. Далее провяжем еще 9 столбиков с одним накидом. Второй. Третий. Все вяжем в арку. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Все столбики мы провязали в арку. Делаем одну воздушную петлю. И снова вяжем вот в эту получившуюся арку между нашими столбиками. Делаем 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй.
третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арку вот сюда снова 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Делаем накид и вот в эту крайнюю нашу петлю вводим крючок и делаем столбик с одним накидом. Так у нас образовалась вот здесь вот у кружева кромочка красивая. Снова делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем наше вязание. Делаем накид и снова в нашу центральную арку между столбиками делаем 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова вот сюда же 3 столбика с одним накидом. Так. Первый. Второй. Третий. Провязали. Теперь делаем снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок вот сюда, вот в край, где мы делали одну воздушную петлю после наших столбиков. Делаем столбик без накида. Разворачиваем наше вязание и в эту арку, которую мы связали из 5, мы будем провязывать, в нее прям вводим крючок, 10 столбиков без накида. Так. Прямо в арку вводим крючок. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Делаем одну воздушную петлю подъема и вот в эту арку мы провязываем снова все по рисунку. 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй, третий, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же снова 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, накид. В самую крайнюю вот в эту петельку мы вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Вот мы провязали еще один такой вот ряд. Далее снова делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3. 4. Разворачиваем наше вязание, делаем накид, вводим крючок в нашу арку, повторяем снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же еще 3 столбика с одним накидом. Так. Первый, второй,
третий. И делаем как здесь. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок вот сюда, где мы делали столбик без накида. Ой, одну воздушную петлю для подъема. Столбик без накида делаем. Разворачиваем вязание и в нашу арку вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и далее продолжаем сюда. Провяжем с вами опять 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. В нашу крайнюю петельку столбик с одним накидом. Потом повторяем все по рисунку до нужного вам размера, до нужной длины. Получается такое вот интересное кружево. Интересный такой вариант. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока-пока!